Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. 10-й день, и я забираю 30 рун. Так, без зубика сразу проверим. Так, вода. Бесплатно. Полетел. Так, что у нас тут? 120 тусклого янтаря. Так, водорез нам принес древесину. О, красавчик. 125 руды притащил, молодец. Так, ты пока за деревом лети. Ну-ка, давай-ка проверим наших спрячься в пещерах. Ёлки-палки, я уже заговариваться даже стал. Здесь-то что мы получим? Давай 350 рун. Да, конечно, ага, 350 рун. Погуби лопатой, не хочешь? Вот тебе 12 штучек. И Рэй довольный побежал. 12 штучек получил. Нет, ребят, никакой недовольный. Естественно, я сразу отправляю наших Барсика и Вепря туда, на задание. Так, Громгильда, что ты мне тут подкинешь? Тусклый янтарь ведь, да? Ну, естественно. Само собой. Давай, в погоню их отправим. Все. Этим мы нарезали задачи. Так, здесь у нас что? Откат. От выгодного предложения. Я манал такие выгодные ваши предложения. Там, 1000 с лишним рун тратить на какое-то барахло. Совсем рамсы попутали. Так, ну ты у меня за рыбой, само собой. Ты пока постоишь здесь. Я думаю, и ты постоишь. Так, этого за рыбой. И этого за рыбой, и этого за древесиной. Так, ну что? Будешь прокачиваться или нет? Нет, конечно. Конечно, не будет. Сопротивляется, не хочет вообще. Вот просто ни в какую. Вот уперся. И все. Слушай, ну как-то мало ресурсов вы приносите. Очень мало. Конечно, хочу побольше, чтобы всего этого было. Они не хотят мне нести. А от того, что они не приносят, соответственно, у меня, ребята, и очень долго идет прокачка. Так, у нас рыбы, что ли, фул? Ну так вперед тогда и с песней. Раз у нас рыбка по фулке. Так, это мы сделали. Сейчас проверим. Где? Вот здесь, по-моему, да, у нас. Так, новая способность. И сколько ты? 500. А следующий уровень всего дает. Да, ну ладно. Отправлю я его на тренировку все-таки, ребят. Ты-то как, созреешь или нет? Тоже ни в какой, ребят. До последнего будет сопротивляться, судя по всему. Так, у тебя тоже новая способность. Ну, давай тебя тоже обучим. Пускай летит. Так, здесь у нас модификрылка. Слушай, вот модификрылку бы, конечно, хотелось бы тоже, ребят, прокачать. Уже по полной, как говорится, программе. Ожидание. Ожидание бесплатное. Ну что, стоишь тут, вынюхиваешь. Иди давай, рыскай. Где наш там второй-то? Вот он. Давай здесь мне, пожалуйста, руны. И тоже иди гуляй. Так, последний. Где там у нас? Вот он. Все, пускай тоже плывет. Так, ну здесь вроде бы как со всеми разобрались, да? Всех отправили. Буйволорда еще надо отправить. Кстати, этого-то надо нам тоже отправить за 369, пускай летит. За железом. Угу. Ну а ты что тут грустишь? Лети. Тогда и этого. А этого 630 не хватает. Угу. Куда он пошел? Получать уровень, что ли?
Давай-давай, лети. Новая способность по добыче. Я сейчас, ребят, просто отправлю их тренироваться, чтобы они здесь на базе не сидели просто так без дела. И чтобы там у нас места были все уже забиты. Вот, видишь, академия заполнена, все. Дальше открываем пак. Бесплатный, загадочный. Так, древоруб, громобой, роза ветров. Че себе. Роза ветров выпала. Так, у нас события есть. У нас, друзья, событий нету. Ну что же, нет событий, есть, зато у нас арена. На арене, насколько я помню, паков нет. Поэтому будет как раз неплохо сегодня набить ее. Сезон скоро закончится. Оу-оу-оу-оу. Подожди, а что? Ребята, мне придется тратить, сколько там? Ну, 6 дней, ну... Ребят, ну не получу я, не получу, не успею я за 6 дней насобирать. Там, по-моему, сколько там еще нужно? Ну, у меня вот 4000 в данный момент, да? Смотри, 4000. А нужно 8000. Если я не ошибаюсь. 8800. Не получится. Давай тогда тратить. Набор. Открываем. Ну и как ты видишь, тут у нас... О, Бьорн. Бьорн — это медвежонок. Вот сюда мы его поставим. Пускай лежит. Спит. Храпалька наяривает. Так, мы здесь 30 рун заберем еще. Так, ну что, поехали дальше. Смотрим. Оу, застывшие фурии. Слушай, ну, ох ты, красиво. Красиво смотрится, ребят. Не, серьезно говорю, смотрится очень красиво. Это, если не ошибаюсь, у нас... Ну, вот это вот, по-моему, Беззубик. А вот это вот, как ее там звать-то, я уже забыл. Подружка-то его. Ладно, неважно, как ее там звать. Давай дальше открывать. Ну, здесь вообще кисляк. Это был обломный пак. Следующий у нас. Да что ты будешь делать-то? Ну, вот они обламывают-то, а сами не свои. Последний, ребята, пак у нас идет. И там опять какая-то статуя, да? Опять застывшие фурии. Ну, я уже, наверное, не буду их. Пускай идет в сокровищницу, потому что уже... Зачем нам две статуи фурий? Этого нам не надо. Так, очень много дерева. Куда дерево потратить? Кто у нас за дерево добывает? Я не помню. Кто-то... Этот на тренировке. Вот. Да? Пускай он возвращается. Подожди, он где вообще у меня? Шоколом-то. Хотя шоколом мне не нужен. Вот, шепот смерти. Лети. Лети за железом. Ну что, теперь, как я и обещал, ребята, пойдем за двумя паками вождя. Заодно забьем себе все паками на открытие. Ёк-макарёк, опять ты. Ну, я уже убедился, ребят, что вот этот вот, он же обычный, по-моему, он такой ватный. Вот элитник, который пятнистый, такой черный с желтыми пятнами, он сильнее намного, чем этот. Он 113 всего отнимает. Не очень-то большой показатель, если... Вот сейчас даже посмотрим, сколько, например, этот отнимает. 139, понял? А этот 112 всего лишь. Так, ну, что ты там пыхтишь? Ага. А вот то, что он отнимает энергию, это не есть хорошо. Он, оказывается, похищает энергию у нас. С каждым ударом. Ну, на такой я не подписывался, если честно. То есть он сейчас заберет, что ли, получает? Ну-ка проверим.
Да? Он забирает энергию, ребят. Ага. Так, а что же он сделает по полной программе, если накопит себе энергию? Что он там может предпринять? Блин, да он офигел. Он просто, ребят, съедает энергию, сколько бы ее не было причем. Мне кажется, что вот этот бой будет не очень сложным. В первую очередь, наверное, возьмем вот этого пристиголова. Или душителя лучше. Не, давай вот так, наверное, все-таки сделаем. Они вообще всю музыку отобрали, да? И музыку, и следы, как говорится, движений, боевки. Опа, опачки. Барсик у меня в зоне риска сразу же становится. Ты посмотри, и этот... Ах ты жук. А я, наверное, сделаю вот так вот. Так-так, сделаем укус. И давай, родной, вжаривай. Спас чуть-чуть буквально, ребят. Нет, это добьет все-таки. Пройдоха. А, не получилось у него. Ладно, еще поживем. Чуть-чуть, буквально. В плане, я его не добил. Ну тогда все, прощай, Барсик. Я постарался, чтобы тебя, как говорится, сохранить. Но видишь, ничего не вышло, к сожалению. У нас очередной поединок. И здесь пристиголовый плюс Громель. Ага. И этот еще чудило. Ладно, начнем. Ну давай с него тогда. Раз у нас повышено, как говорится, приоритет перед этим хламоном, будем его разбирать. А вот этот фаерболом сейчас с вами начнет бомбить. Твою налево. Еще и усиливается, прикинь. Он еще и усилился. Блин, нам надо будет сейчас вот тогда захиливаться. По-любому. Давай сюда бомбить. Но мне кажется, они, конечно, сейчас моего штормореза распишут. Это Громель будет стараться сейчас бомбить под усиленной атакой. Ты посмотри, что творит. А, так они все усилились. Ёк-макарёк, они все усиленные. В кого? В Барсика, да, сейчас полетит? Понятно. А этот фаерболом сюда бомбанет. Ага, не вышло пока. Пока не вышло. Хиляемся. Я должен сохранить нашего штормореза. Твою дивизию, и в кого? Понятное дело, в кого. Делаем тогда вот так вот. Пускай он будет в слепоте находиться. И мы будем его кусать потихонечку. И что вытворяет? И сразу удар, усиление, удар, усиление делает. Ну все, ему кранты. В общем, мы здесь победили. Нормально. Так, ну что, ребята, как видите, мы с вами получили 3 обычных пака. Начинаем открывать потихоньку. И первый пак вождя. Шторморез, крылатый ужас, громобой, кревет, древоруб, громобой, защитник, парящий, прихвостень, сарделька. Вот так вот. Ну что, мы сейчас пойдем за вторым паком вождя. Поехали. Да, да, я хочу продолжить, несмотря на то, что у меня все ячейки заняты. Конечно же. Так, и видим, кто здесь у нас будет. Тут же будет Кривоклык. Тут же будет Барсик. Ну что ж, давай приступим тогда потихонечку. Начну я с Гарморога, наверное. Мне кажется, это будет эффективнее. Так, добиваем. А, это же, блин, я думал, смотрю. Думал, мой Барсик будет ходить. Нет. Тихо-тихо-тихо, бафать. Успел все-таки бафнуть их на дорожку. А, ты посмотри. Это очень плохо. Так, ну сейчас мы будем с тобой массу... не получилось, ребята. А, я хотел сохранить ему здоровье. Барсику нашему, видишь, а его распетрушили. Его распетрушили. Ну что, ликвидируем тогда этого, наверное. Блин, как сделать-то? Вот так, наверное, лучше. У него 19 уровень, у нас 18. То есть на один левел он покруче. Но мы сделаем вот так тогда. Возьмем большое, как говорится, преимущество перед ним. И будем его кусать здесь.
Так, он на себя броню повесил. Он на себя повесил броню, а мы его опять сейчас в слепоту вгоняем. Ну и в принципе он наш полностью. Ему уже здесь ничего не поможет. Ничья? На ничью идет? Нет, парень. Никакой ничьи тебе захотел, а? Опять тишина. А тишина, как-то говорится, друг молодежи. Ну что, ужасное чудовище плюс кривоклык. Тут еще и Роза Ветров сидит вместе с ними. Раз-два. Ох, как бомбашит. Бомбашит не по-детски. Так, сейчас вдвоем они сходят. Потом Барсик у меня добивает Розу Ветров. Я надеюсь, что он успеет добить. Добить-то он успеет. А вот что мне с этими охламонами теперь делать? Зашибись. Просто взял и сдул. Как будто здесь и не было у меня моего миленького штормореза. Блин, без хила-то как теперь буду, ребят? Как я буду без хила? Он сейчас, наверное, уничтожит меня, да? Фух. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все, это хана, ребят. А, Барсик здесь один ничего не сделает. Он за себя постоять не сможет вообще никак. Совсем никак. Да ну нафиг. Все, ребят, короче, тут я проиграл по полной программе. Так, ну здесь, я думаю, будет, наверное, попроще немножко, потому что здесь есть вот этот вот смертокрыл. Ну, давай с него, наверное, и начнем тогда. У них вот тут 19 уровень у всех. Может быть, пока не тратится, может просто укусить, а потом хильнуться. Он, правда, хил будет фиг знает где. Смотри, это еще нужно дожить, это вот их надо пережить. По-моему, мы не переживаем нифига. Раз, два. Это мой Барсик будет. Все, кривоклык ушатает его. Чуть-чуть буквально, ребят. Вот чуть-чуть он не дожил. Твою налево. Бесит аж, а? Прям бесит. Опа, а он промахнулся. Уклонение сработало. Тогда это наш шанс уничтожить сейчас кривоклыка. И после беремся за громоли. Вот. Хорошо, сейчас пошло. Так, ну этот супостат, что он нам тут сделает, я не знаю. На пониженной броне. Не, ну у него только один шанс фаерболами расплескиваться. Все, больше ничего у него в наличии нету. До свидания. Ну что, друзья, это последний, надеюсь, поединок. Потому что нам не хватает всего лишь двух драконов уничтожить. Кревет. Блин, это бесявая штука. Я тебе скажу. Но самое бесявое, это когда громорок, ребята, их бафает на защиту и на атаку. Это мне кажется, вообще слишком имбово. Да, вот это вот не надо делать. Пожалуйста, прогрузись, игра. Я знаю, что ты можешь сейчас финты вот эти все выбрасывать, но лучше прогрузись. Так, хороший знак, ребята. Прогрузилась. Так, погоди. Молодец, Барсик, ты красавчик. Ты уничтожил этого... Блин, и сам погиб. И сам, к сожалению, он погиб. Ладно, я, короче, буду сейчас заниматься чудищем вот этим вот. Твою налево, блин, еще и понизили. Давай, наверное, укус. И через отхил. Так, ну этот что, просто плюнет? Этот тоже ничего не сделает, фаерболов у него не накуплено, так что... Давай, обычным укусиком. Хоп. Можно было бы, конечно, и слепоту на этого повесить. Все, он начал метаться. Он начал метаться. Он же не знает, куда бы ему плюнуть. Кого бы ему, как говорится, бомбануть. Начинает метаться и, соответственно, сразу, ребята, это уже, знаешь, как паника. Когда ты паникуешь, ты практически проиграл. Вот и все. Ну, вот он наш и второй пак вождя. Лавары, крылатый ужас, громобой, дымодышащий и беззубик. Очень большая редкость поймать, как говорится, беззубика. Ну что же, получается, что на сегодня, друзья, мы полностью с вами отыграли.
Я думаю, следующий сезон будет уже в новом месяце. В этом им, как говорится, уже не резон, да? Что-то тут делать. Поэтому все они это перенесли. Так, 93 уровень, 63. Сколько ему надо там? 224. Офигеть. Но он, по крайней мере, хотя бы за 405 миллионов рыбы 6 железа может приносить. Так, а где у меня вот эти вот? Ага, вот он. Но я был бы удивлен, если бы с первой попытки мы бы попали. Я бы очень сильно удивился. Ну что, друзья, в принципе и все. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.